Грузия уже в июне 2022 года может получить статус кандидата на членство в Евросоюз. Но смогла ли эта страна привести законодательство в соответствии с правом ЕС? Наша цель не является переезжать в постсоветские страны. Наша цель – это стать европейской страной, и мы смотрим вперед, не в другие стороны, не постсоветские страны. Равняемся с ними, но, естественно, это тоже интересно, но наша цель – это европейский стандарт, западный стандарт системы суда. Тем более непонятным остается факт, что суд Грузии аккурат перед заседанием ЕС выносит решение об аресте главы оппозиционного телеканала «Мтавари». Конечно, очень плохая ситуация сейчас в Грузии, потому что в истории первый раз задерживали независимый медиа-менеджер Никакова Рамия. Это, конечно, очень плохо появится на наши отношения с Европой, с Евросоюзом. У меня нет объяснений, точных объяснений нет. Есть разные предположения. Арест Никакова Рамия, владельца самой крупной оппозиционной медии, естественно, это политическое решение. Нет никаких шансов в пользу правосудия. Никаких. Отмечалось, что позиция ЕС Грузии будет зависеть от прогресса реформ, в частности, в судебной системе. Четыре волны реформ сделали эту систему подотчетной и открытой, считают в Высшем совете юстиции Грузии. Да, мы считаем, что как и конституционное устройство, так и сама система обеспечивает независимость как и отдельных судей, так и всей судебной системы. Судебную власть координирует Высший совет юстиции. Он состоит из 8 избираемых конференцией судей и 6 членов. Одного представляет президент, 5 выбирает парламент. У нас возникла ситуация, когда с точки зрения общественности, с точки зрения многих специалистов, занимающимися судебными вопросами, в судебной системе сформировался судейский клан, который правит процессом в судах. Вот это самый большой изъян, и нужно найти методы избавления от той опасности, которая содержит судебная система, даже полностью независимая от политической власти, но если в самой судебной системе будет клановое управление, то это не менее опасно, чем управление судебной системой политической властью. Введена система общих судов. Это городской суд, апелляционный суд и Верховный суд Грузии. В одном суде есть 3 коллегии, гражданская, уголовная, административная, и более эффективно решаются все категории дел. А раньше у нас тоже было так, городской отдельно был и районный отдельно был. Ну, 10, по-моему, это 15 лет тому назад, это после реформы мы сменили эту систему. Какая система лучше? Та система, которая сейчас у нас, эта система гораздо лучше, гораздо эффективнее, гораздо проще, ну, ориентирована на с народом, ну, народу. Введен институт суда присяжных в 3 городах. Присяжные избираются из списка избирателей, но граждане все же привыкли решать спорные вопросы через обычный суд. Решение суда присяжных обжалование подлежит? Не подлежит. Это окончательное решение. Это одна из причин, даже, когда выбирают, потому что там можно обжаловать. Не совсем привычный статус института медиации. Нас критикуют, да, вот суд. Может быть, правильно, хорошо, что критикуют, но более свежо всегда. Но все равно хотят суд.
не хотят обсуждаться. Хочешь, не хочешь. Но реформа Грузии интересует многие постсоветские страны. В этом плане Армения очень активно перенимает успешный опыт своих соседей. Первое всплывает в памяти – это реформа полиции, потому что именно по грузинской модели была проведена эта реформа буквально год-два назад, пару лет, наверное, назад в Армении, когда поменяли милицию на патруль и вот это все. То есть ввели много новшеств, исходя из... по нашей, по грузинской модели. Кроме этого, были и другие, могу привести примеры, например, в системе юстиции были изменения, когда они открыли вот этот дом юстиции, наподобие нашего дома юстиции, это сервисное обслуживание граждан, грубо говоря, центр обслуживания граждан, который под одной крышей находится абсолютно все сервисы, скажем так, в сфере юстиции, да, то есть от рождения до, ну, не знаю чего, оформления там недвижимости. Да. В 2018 году и в Армении был создан Высший судебный совет. Судьи стран довольно часто проводят консультации по реформированию. Мы переняли их опыт в том плане, что у нас решение Высшего судебного совета в Армении в дисциплинарных процедурах, они не подлежат обжалованию. И теперь у нас будут реформы, то есть готовимся к реформам и хотим внедрить такой опыт тоже у нас, чтобы обязательно решения Высшего судебного совета могли бы быть обжалованы в дисциплинарных процедурах по отношению к судьям. Армения с 1995 года провела 4 периода реформы судебной ветви власти и продолжает реконструкцию этой системы. Мы хотим создать электронное судопроизводство. Это уже начали действие в Грузии. Вот этот опыт мы хотели узнать, какое это влияние на высшее вот электронное судопроизводство. И мы узнали, что это положительные отзывы есть. Судьи и Армении, и Грузии считают судебную систему независимой, но не все разделяют их мнение. У нас произошло сращение правящей части судебной системы с политической властью. А это очень плохо, это очень опасно. Естественно, что при таком сращении любое дело, рассматриваемое в суде, которому имеет политический интерес, политическая власть, будет решена в соответствии с желанием политической власти. И такие примеры имеются. Очень опасно, чтобы не был расширен круг дел, по которым будут приниматься политические решения. Для продвижения реформ важен как положительный, так и отрицательный опыт. Не только Грузия, но, знаете, реформы и демократия – это не такой, не как камень. Это уже мы видим, и ничего не надо менять. То есть, все меняется, и все развивается. И очень многие развитые страны, в том числе, продолжают эти реформы. Эти две постсоветские страны пытаются вырваться из старой системы, но независимость судей будет тогда обеспечена, когда сам судья захочет принимать независимые решения.